Так, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз у нас пришла сумка для принтера Canon Selfie, для того, чтобы его хранить и переносить. Ну, а в моем случае, то есть вариант использования будет немножко другой. Чуть позже узнаете. Ну, вот поставляется в таком варианте. Внутри находится вот такая сумка. Так, ну и давайте смотреть, что находится внутри. Так, внутри находится у нас разделитель. Дальше липучка для фиксации принтера. Так, ну и есть кармашек для мелочей, чтобы положить туда. Так, ну эту сумку я буду использовать непосредственно для клетки камеры, которая есть на моем канале. Ну и давайте посмотрим, как это все здесь разместится. Ну и давайте смотреть, как уместилась клетка в сумке, предназначенной для принтера для селфи Canon. Все удобно, компактно поместилось. Без проблем. С ручкой, full focus, ключи, дальше бленда. Резинка для Follow Focus, направляющая, клетка сама. Ну и тут верхняя часть. Внизу там нижняя часть лежат. Вот бленды, так называемые. Закрыли. Взяли с собой и перенесли. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.